Всем привет! Международный союз конькобежцев АИСУ утвердил поправки к правилу о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине короткой и произвольной программ. На конгрессе АИСУ представители японской делегации предложили отмечать с повышенным коэффициентом лишь один последний прыжок в короткой программе и три заключительных в произвольной. По мнению автора, предложения при таком количестве прыжков с бонусом программы будут более сбалансированными. Конгресс АИСУ утвердил изменения. Первый тренер олимпийской чемпионки 2018 года Алина Загитовой Наталья Антипина прокомментировала решение АИСУ в интервью «Спортэкспрессу». Эти изменения направлены не конкретно против Алины, а против всех молодых девочек, которые способны исполнять прыжки в заключительной части программ. Безусловно, если бы правила остались прежними, для Загитовой это было бы в плюс, высказала мнение Антипина. Загитова известна переносом прыжковых элементов во вторую часть программ. Россиянка исполняет самый сложный каскад в женском фигурном катании. Тройной лутц, тройной ридбергер во второй половине проката. Это позволяло спортсменке получать бонусные баллы за свои выступления. Новые правила начнут действовать во всех соревнованиях со следующего сезона. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего. До свидания.